Какая битва, ребята? Большая. Нет, ребята, у нас сегодня битва будет... Битва в темную. Правильно. Битва в темную. Игра, да, игра в темную. Ну что, вы на Юзефа должны, кто будет первый выбирать с мешка? Кто будет первый выбирать мешка, ребят? На Юзефа. Ой, я Славика порезала. Нет, так вы же на три раза, Никитос, ну давай по-честному. Юзефа, 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 Юзефа. Кто? Я! Слава первый выбирай, да? Иди, Слава, выбирай. Выбирай. Давай. Давай. Не смотреть только. Все, Слава. Не смотреть. Новый! Что это там? Новый! А ну выбирай ты, Никита. А, вот это ваш. Выбирай, Никита, что там? Вау! Что там? Это как его там? Кто это? Я не знаю. Спрайзен и Одекс, да? Вот столько, у Никита вот столько. Это Спрайзен, да, Никита. Это брат, это друг Волтрека, он тоже сильный. Да? Это у меня. Это брат Луйнера, он с первого удара один раз его разбил в Да? Ничего себе. А у тебя Одекс. Первая часть. У тебя Одекс, сынок. И... Да, у тебя сильный, это же атакующий. Это атакующий. Да, у тебя еще один Одекс. Значит, давайте сюда, покажите их. Вот мой. Да, вот это вот, значит, а это Спрайзен у Никиты. Только я знал, что ты нам сегодня... Это у нас Спрайзен, и он сбалансированного типа. Ты понял да, или нет? Да, я знаю. А это, давай положим, а это Одекс. Есть. А это атакующего Есть. Типа, вот. Смотри. Смотри, с каким наконечником крутым, Слава. Да, у меня видел? У нас похожие наконечники. Только здесь Славика длинная. Ну, сейчас мы посмотрим, кто из них выиграет. Игра да. будет до 5 часов, давайте ребятам до дадим сосканировать. Полу, ты сказал. Сосканировать когда, в конце игры дадим? Да. Да? Ну, давайте, в конце. До 5, давайте играть до 5 часов. До 5 очков. До 5 очков. Итак, ребята, вы себе сегодня выбрали новых Бейблейдов. Молодцы. Готовы играть? Да. Будем на какой арене играть? Так буду запускать. На желтой или на... Можно я проверю, как он крутит? На желтой или на этой? Давайте на желтой. 3, 2. Ой, класс. Видели как? Ничего страшного, не переживайте. И вы довольны, да? Вот смотрите, вот Спрайзен вот такой вот мы сегодня вам купили. Вот он Спрайзен, значит. И Одекс, сынок. Ты вытянул Одекса, у тебя уже два Одекса. А у меня... Ребята все хотели, чтобы мы Спрайзена, Спрайзен. Папа нашел, представляете? Я объездил весь Киев и нашел два Блейблейда вам. Представляете, как круто. Вот такой вот Спрайзен. И Одекс, значит, это у нас сегодня будет участвовать. Ребята выбрали в темную, чтобы не обижаться кому какой. Значит, Спрайзен, это у нас баланс, сбалансированный. А Одекс, это у нас атакующий Папа, тип. Папа, ты да. хотя бы только этих два засунул туда. Да. А нас и не засунул все. Да, в мешок не засунул. Я знаю. Я их выложил, пошел. Я аккуратно пошел, сам открыл. Да, все правильно ты говоришь. Вот такие вот два... У нас сегодня новых Бейблейда, ребята. Итак, ребята, сегодня игра Спрайзен против Одекса. Одекс против Спрайзена. Игра идет до 5 очков. А я думала, это волшебный кулек. Игра идет, ребята, до 5 очков. Как Становитесь. Да. да. Итак, первый раунд на арене. Одекс против Спрайзена. 3, 2, удар! Класс, а? Вот это рубятся, а? Итак, в первом раунде победил Спрайзен! Я поздравляю тебя, Спрайзен! Спасибо, Спрайзен! Пуск! О, вы видели, мой перепрыгнул Одекса! Вы видели? Как круто, а? Есть, ты доволен, да? Молодец! Итак, счет! 2-1 в пользу Одекса. Он Папа, крутой, да? Да, а вы видели, как я вот так сильно запустил, мы вот так вот вместе в драку, и я Славиного перепрыгнул. Ничего себе!
Ну нет, то же вы тренировались? Да. Тут надо, тут в игре кто будет сильный. Да. Никитка тоже может потренироваться. Давай, Никитос. Итак, счет 2-1 в пользу Одекса. На арене Одекс против Спрайзена. Пусть. Давай. На жаль, Славик. Одекс такой. На жаль, Славик. 2-2. Итак, счет у нас 2-2. Никита, я тебя поздравляю, молодец. Выстоял твой Спрайзен, да? Покажи Спрайзена, какой он, покажи его. Вот, крутой Спрайзен, а у меня? Да? И у тебя Одекс крутой. А я, кстати, давно хотела себе где-то найти Спрайзена. Ну, видишь, как у вас, вы только хотите, и у вас сразу все появляется, потому что вы честные и добрые ребята, и справедливые, правильно ли? А знаете, что я сегодня знала, что Толик нам купит Бейблэйд? Да тоже. Откуда ты знал? Да, я знал, потому что я помнила, что ты, я думал так, я вот точно знал. Да, ну видите, как хорошо. Я все знала. Итак, ребятки, поехали. Счет 2-2, 3, 2, тут хорошо запустили. Ты доволен, да? Нравится смотрите, побеждать? Смотрите, здесь как раз буквочка S, как Спрайзен. Спрайзен, да, правильно. Итак, счет 4-2 в пользу Одекса. 3-2, пусть. Ух, как вы запустили. Да. Никитосик, ты немножко, ну вот немножко не так запустил, да? Да, я знаю. Ну ничего, выронился твой, смотрите. Баланс винды. Ничья, ребят. Финальный раунд, ребята, или нет? Как вы думаете? Да. Ты да? Ну, смотря как вы запустите. 3-2. Как хорошо запустили. Вдвоем! Итак, счет у нас 4-3 в пользу Одекса. Следующий раунд, ребятки. Пусть! Вот это напряженная игра, крутая, молодцы. Давайте, готовы? 3-2. Пусть! Ух, хорошо запустили. Наталья Славик, ты проиграл.
победа, Слава! Ну, я тебя поздравляю. Итак, счет 6-3 в пользу Ордекса. Поехали. Давай отжиматься. Раз, два, три. Молодец. 4, 5. Слава. Ну как ты? Ты доволен, что ты такое выбрал? А как ты думаешь, какого бы ты выбрал бы, если бы не в темный? Вот, например, если бы у тебя возможность была выбрать. Еще 10 раз, Никита, я считаю. А? Ты думаешь это? Я думаю, ты бы красного бы выбрал. Ага. Нет, я хотел... А так в темную, видишь, ты выбрал Одекса. Да, сильно. Ну, ты же выиграл камень-ножницы-бумаги, ты выбрал Одекса по случайности. Давайте, ребятам, давайте дадим сосканировать, да? Да. Вот, давайте. Смотрите. Вот так вот держи. Это у нас Спрайзен. Спрайзен. А это у нас... Одекс. Вот это у нас Одекс. Молодцы, ребятки. Ребята, ну как сегодня бой? Расскажите мне. Отличный! Отличный? Никитосик, ты не расстраиваешься сегодня? Нет. Молодчинка, красавчик. Ребята, понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока, до новых встреч! Молодцы, пацаны. Я его в угол. Есть, молодцы. Я его в угол загнал. Пока-пока. Все. В курсе, вчера была битва Одекс против Спрайзена и... Но Спрайзена в первом раунде выиграл. Где была битва? Ну, по мультику. А, ну все, ребятки, пока-пока. Пока-пока.